Так, здравствуйте. Ну, рассказывай. Привет. Что рассказать? Как ты, нацист, там живешь? Где? А вот смотри, зачем ты приехал вообще с земля Казахстана из своей Украины? Зачем ты туда приехал? Блять, как же вы заебали, долбоебы, блять. Показываю, один раз показываю. Сука, я гражданин, нахуй. Я никуда не приезжал, я даже живу здесь, блять, всю жизнь. Идиот ебаный. А ты русский сам, да, или кто? Немец с казахом, с А, русским. немец, русский, казах. Короче, там куда попал, Но. туда и запихали, да? Ха, да, можно так Короче, сказать. а Почему ты... лента георгиевская у тебя? Потому что я русский, я за Россию, я за дедов. А, ты за Россию? Да, а ты за кого? Подожди, подожди, тогда подожди, тогда, блядь, мы друг друга не поняли. Останови, останови, братушка. Ах ты красавчик. Ах Стой, стой, стой. ты красавчик, братан. Наше отечество. Красавчик. Останови, брат. Так останови, ёб твою мать. Так, дальше. Красавчик ты, молодец, молодец. А ты сам откуда? Я вообще-то из Челябы. Челябинск. А, окей, окей. А что там у вас говорят вообще-то? Там большинство кого поддерживают? Казахстан. Где? Я знаю, Хохлова они А, поддерживают. Понятно. ну, да, в основном да. А русские... Но тут таких пиздят, тут таких пиздят. Это такое обычно, часто. Каких? Как Георгиевская ленточка, что ли? Как я, что ли? Нет, нет, пиздят, которые поддерживают хохлов. Ой, ты чё, серьезно? Да. А кто их пиздит? Сами казахи? Да. Просто их пиздит, да? О, краса. Ну, ебашу, да, Так наебашу вообще, блядь. получается, что казахи, они поддерживают Россию, да, матушка? Ну, да. Ах, это ваша работа, ребят. Это 100% ваша работа. Вы патриоты, правильно работаете, робите там. Ну, блядь, мы понимаем, кто союзник, а кто нам враг. Бля, Сука охуенно. их А этот есть бомбит. портрет Путина? Есть? Да, есть. Покажи. Владимир Владимирович, а у меня лучше портрет Конечно, есть. естественно, да, Владимира Владимировича. О, да. Это мой президент, это мой Ох президент. ты красавчик. Так нахуй тебе Сейчас. там жить, приезжай к нам, братан. Приезжай к нам в Россию, здесь Ну заебись. здесь родственники мои, здесь мои. А скажи, братан, красавчик, а, блядь, пиздец, ты такой молодец, а, вот, блядь, герой ты русский вообще. Лес открылся, с запада влетела птица, кровожадная орлица. Но пришел Владимир Путин и сказал, жить лучше будем. Блядь, пиздец, братан. Да как ты, блядь? Как ты там живешь? Я, блядь, не понимаю, братан. Как ты там... А какой город? Где ты живешь? Какой город? Астана. Такие, как ты, много, да, в Казахстане или как? Вообще круг Ну, общения у тебя. хватает, хватает, на самом деле. Это сложно сказать, каких больше, каких меньше. Среди моего окружения снова А таких нет. казахский язык знаете или нахуй она тебе нужен? Нахуй мне нужен. Чуть-чуть знаю, знаешь, сленг, лексикон местный, А чуть-чуть как ты знаю. с ним разговариваешь? У них-то язык Я вообще русский человек. непонятно. Как ты с ним разговариваешь? Так, в основном на русском разговаривают. А они понимают русский, да? Да. Ну, в городах, да, если брать такие какие-то. А если они тебе казахский отвечают, а что ты им говоришь? Не, так я на слух понимаю казахский. Я А, ну понимаю, что понимаешь. мне говорят. Я типа разговорный плохо, а я на слух понимаю, что говорят. Вообще-то уважительный язык, или как люди уважают вот его язык, это как-то вообще-то. Не знаю, что людей, мне похуй на этот язык абсолютно. Я русский человек. Я по-русски разговариваю только со всеми. А смотри, По-английски бывает еще иногда. ну.
Смотри, вот если сравнить этот язык, она похожа на какой язык? Тюркские языки, не знаю, О, турецкие бля, какой-нибудь, наверное. противный язык, противный. Он противный вообще, да там или как? А, ну такой, да, блядь, ну хуй знает. Похуй, давай слишком много времени ему не будем уделять, это того не стоит. Эфирное время не будем заполнять этим мусором. А, красавчик, мне нравится, бля, ты русский. Пиздец. Астана, блядь, Астана, руль. Астана, вообще-то, это бывший русский город. А вы им там объясняете, Да. что вообще вы существуете благодаря России? Вы им объясняете это? Конечно, конечно, А что они естественно. говорят? Ну, блядь, по-разному. Кто-то согласен, кто-то выебывается, говорит, нет, нахуй. А, ну, прямо голос поднимает, руки поднимает. Блядь, ну, ёб твою, как я не Да, понимаю? да, да. Нихуя себе, блядь. Еще на вас руки поднимает там. Я ебу, блядь. Ну ничего себе, ёб твою. Ну-ка, ближе покажи, что там. Права, права, мои права это. Поворачивай в другую сторону. Ближе, держи, там Видишь ничего не флаг, видно. флаг, 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 блядь, видишь Да у флаг. тебя хуёвый камера вообще-то хуёвый покажет. Так Ну, это бля, ноутбук женщина. ебаный. Чувак, это... Ноутбук ебаный. А это Ебаный женщина ноутбук. фотография. Нет, ну красавчик, красавчик. Если ты такой патриот, ты красавчик.